Молодец, Паша. Сама знает. Что же ты, Игнат? А еще старый кавалерист. Не хотел обижать председателя. На повороте попридержал, а она и вырвалась вперед. Рассказывай сказки. Где тебе меня догнать? Эй, слышь, огонька! Я к нему, а он от меня. Кто дед? Раз я у дома. Я аккурат у самой опушки человека встретил. Я к нему, будто за огоньком. А он от меня. Чужой, Михаил Антонович, не иначе чужой. Товарищ Рябов, сообщите на заставу. Есть. Закрой дороги в деревню и прочеши лес. А ты, дед, со мной. Начальник, след теряется в болоте. Надо обойти кругом. Давай. Thank you.
Этот? Нет, не этот. Здравствуйте. Вот так всегда бывает. Люди ищут друг друга как враги. А оказывается, они приятели. Я вас первый раз вижу. Это ничего, в жизни так бывает. Руки вверх! Ни к чему. Я ведь свой. Простите, 2 дня не курил. Вас зовут Игнатом. Фамилия ваша Василек. Вы были партизаном. Вы попали в плен. Вас хотели расстрелять. А вы хотели жить. Ну и выдали командира партизанского отряда. Его... расстреляли. А вы подписали некую бумажку. Я никого не выдавал. И ничего не подписывал. Нет, вы подписали. В ней значится, что Игнат Василек обязуется давать сведения, которые от него потребуют. Отдай бумагу! Отдай! К сожалению... такие бумаги на руки не выдают. Да ведь мы вас редко беспокоим. Последний раз было 5 лет тому назад, так ведь, а? Но ведь мне обещали тогда, что это будет последний раз. Мне говорили, что я буду свободен. Это всего. Навсегда. Да мне ведь ничего не надо. Только переночевать. Ну так что же мне? Уходить? Или оставаться? Оставайтесь. Как это его найти не могут? Не нашли, значит, не могут. Все, как есть, обшарили. Нету. Погоди. Придет время, сам найдется. А сейчас что же он сквозь землю провалился? Фу ты, прости, Господи. Чего ты ко мне привязался? Целое утро. Где он, куда он? Что я тут, за порядком, что ли, глядеть поставлено? Что я, милиционер Данилыч, что ли? Проклятущий старый. Как это я 48 лет выдерживал? Не баба. Полынь горькая. Господи мой, батюшка, за какие такие грехи навязался мне на шею такой леший? Будет вам ссориться. Опять взял очки. Вот привязался-то. На. Носи на здоровье. Ты куда, Паша, собралась? В райком.
Здорово, старина. Вот, на дне моря нашли пароход. 15 лет лежал. Неизвестно даже, кто утерял. А нашли. А тут на тебе, живой человек и пропал. И у нас дед часто на границе находит то, чего не теряли. Не уйдет от нас. Найдем. Сыночек наш родный. Возьми, Паша. Ну, бывайте. Ну-ну. Петро Бранник здесь? Нет. А где же он? Выслали на север. А Михаил Щербак? Выслали. А Павло Середа? Выслали. Ну а Тарас Корнев? Где же он? Что, убили? Да? Убили? Нет. Орден дали за канал Беломорский. Тарасу? Орден? Что же это? Под корень режут. С кем же работать? Выходит, ты один остался. Ну что ж, будем с тобой работать. Как работать со мной? Что ты? Что ты? Что ты? Довольно дурака ломать. У Петра Бранника 500 рублей брал? А зачем? Так. А у Середы 300 рублей брал? Ну и что же? А то, что эти деньги не их, а наши. Мы тебе их дали. И расписка на них твоя у нас есть. Господи, что же это теперь будет-то, а? А чего бы ты хотел? Уходи отсюда. Уходи скорее. Прошу тебя. Как брата прошу. Уходи. Никуда я не пойду. И ты меня слушаться будешь. Одна веревочка нас связала. И запомни, если ты меня выдашь, то и тебе конец. В ближайшее время начнутся маневры. Мы должны узнать не только, какие части в них будут участвовать, сколько танков, самолетов, артиллерии, но и сорвать маневры в этом районе. Так. Отравим колодцы, заразим весь район. Не будем портить, где только возможно. С кем? С кем ты будешь заворачивать такое дело? Мужик нынче не тот пошел. Ходит он сытым, обутым, и подходит до него. И дорожка наша становится все уже и уже. Трудно стало ходить. Трудно. Чего не поделаешь. Сила. Ничего. На силу есть сила. Зенюк приказал. И люди будут. Зенюк? Тот самый. И он? И он. Да не один он. А ты говоришь, дорожка узкая. Да мы по этой дорожке нашей армии поведем. Война! Война! Все сметем. Скорее бы. Паша. Наш председатель.
Хозяин? Твоего напарника задержала. Она? Она. И еще 8 раньше. И что в ней? Баба. Придушить, что плюнуть. А сила, советская власть. Гадюка. Убрать ее надо. На таком месте свой человек нужен. Если ее не будет, то тебе быть председателем. Председатель? А что ж, я лучший бригадир в колхозе. У всех на виду, меня все знают в почете. За советскую власть жизни не пожалею. Я иду в город, а ты жди. С той стороны будут передавать сигналы, запишешь. А 18-го на Малиннике у оврага встретишь человека. Он назовется Мюллер. Ты ему передашь и проведешь до границы. На днях я вернусь. Кто? Кто там? Это я. Открой. Сейчас. Ну, Игнат, события у нас в районе. Красную армию встречаем. Я за наш колхоз обязательство дала. Нужно колодцы проверить, фураж подготовить, овёс, чтобы отборный, подводы починить. Ну, одним словом, сам понимаешь. Ты у меня и тут, как всегда, правой рукой будешь. Не подкачаем? Встретим Красную армию как надо. На меня, как на себя, надейся, Пашенька. Встретим. Ну-ну. Ну как, встретим Красную армию? Встретим. Чужой. Всегда тебе кажется, что чужой. Это дядька Игнат. Дядька Игнат! У-у-у. Обознался. Игнат направлении был. Как направление? Да так. Вот я говорил, что чужой. А это Ванька.
Игнат, да Игнат! Эх ты, баба! Я с тобой больше играть не буду. Ну и не надо. Постой, постой. А ну рассказывай по порядку. Какой чужой? Я ее еще заметил, когда от огорода дядька Игнат выходил. Он так тихо к лавке переходил. Я говорю Ваньке, чужой. А он говорит, это дядька Игнат. Так я же его кричал, а он отзывался. Ага! Надо было, ребята, самим посмотреть, что за человек. Так я шатил. Это Ванька. Ванька, Ванька, а тебя рак за ногу кусил. Ты все равно бежать не мог. Как не мог? Да, не мог. Эх, Ленька, Ленька, маху ты дал. Дайте коменданта погранучастка. А почему ты думаешь, что это чужой? А может, это свой кто? Своему ночью. На том берегу делать нечего. Если своему в город надо, он по этим мосткам не ходил бы. Почему? Потому что через железнодорожный мост в два раза ближе. Хороший из тебя пограничник, Ленька, выйдет. Вырастешь большой, я тебя в свой отряд возьму. Пойдешь? Пойду. Только ты тогда старый будешь. Я сам команд буду. Ладно? Ну, ладно. Ну, а теперь, ребята, давайте на речку купаться. Несомненно, это все тот же нарушитель. Его кто-то скрывал здесь, в колхозе. Товарищ Рябов, поезжайте в штаб, доложите начальнику штаба. Пусть свяжется с городом. Есть. Странно, с огорода Игната. Странно. А чего здесь странного? Мало ли кто ходит ночью по чужим огородам. И зря ходит. На границе живем. Тут без обиды друг друга проверять надо. Я без тебя знаю, что у меня в колхозе делается. И своих людей я знаю. Всех ли знаешь? Ну вот, скажем, Игнат. Хорошо ты его знаешь? Знаю. Кто лучший бригадир? Игнат. Кто во время пожара спасал селян? Игнат. Он с моим отцом партизанил. Под одним кожухом спал. Одной ложкой ел. Я ему верю, как самой себе. Ну, я так верить не могу. Не веришь? Мне не веришь. Сколько раз говорил ребятишкам. Заметьте кого, зовите взрослых. Нет, черти, раками занялись. Я так думаю, Михаил Антонович. Это тот самый. Только кто его прятать мог? А ты думаешь, его прятали? Прятали. Не, что столько дней в лесу высидишь. Не иначе, как в избе отсиживался. Алексей? Где вы это взяли? В городе заказали. Вот и мне надо заказать такой же. Лучший мой друг был. Люди собрались? Собрались. Пойдем. Михаил Антонович без нас разберется. Поспел, убирать можно. Можно. Аккурат завтра час. Добре. Завтра начнем уборку.
деревню. Мы не пустим тебя, мы не пустим тебя. Давай выйду, давай, давай выйду, давай. Есть выход. Ну, а теперь давайте председателя. По поручению наркомного дела Белоруссии разрешите вам вручить подарок наркома за активную помощь пограничникам. Ай да часики, вот это подарок. Спасибо. Передают. Точка, тире, точка, тире. Точка, тире, точка, тире, тире. Точка, точка, тире. Выставляй посты на ночь. Ладно. Домой шел, да вот заслушался.
хорошо играет Костя. Я без разума синегрозая потерял свой покой. Сам себя жалею, жрать скупаю. Всегда был такой веселый, радостный, а теперь хмурый какой-то стал. Будто подменили тебя. О чем мне быть веселым? Как не знаешь, люблю я тебя. Столько лет ждал, надеялся. Знаю я. Не чужой ты мне, Игнат. Но люблю я... Борового. Сердцу не прикажешь. Не любит? Не знаю. Слов он мне ласковых не говорит. На людях сторонится. Скоро маневры начнутся. Я не штаб, мне не сообщают. Вам туда, а нам сюда. Будьте здоровы. Светочка, простудишься. Вот непутевый. Постой, застегнись. Простудишься. Куда ты идешь-то? Не твоего ума дело. Дело государственное. Ну-ну. Ну, я скоро. Стой. На уши вернулся. Вот неугомонный. Когда он только успокоится. Thank you.
Сказал, через час вернусь, а вот уже два прошло, а его все нет. Придет, когда управится. Придет. Вот он пришел. Поди поклич его, то будет с народом целый час лясы точить. Простыл, небось, и есть хочет, иди. Остаемся с другом, погибшим на боевом посту от руки озверелого врага. Враг этот пойман, он в наших руках. Но тот другой еще не пойман. Его скрывают. И может быть этот предатель находится здесь среди нас. Он живет нашей жизнью, он дышит нашим воздухом. Но мы его найдем. Мы найдем и тех, кто ему помогает. Они ответят за отобранную у тебя жизнь. Прощай, дедушка Андрон. Память тебе будет вечно жить в наших сердцах. Твоим именем мы назовем нашу заставу. Мы песню сложим о тебе. Ты любил нашу родину и ненавидел врагов. Прощай, друг. Кто там? Свой. Дела-то какие у нас, слыхал? Слыхал. В городе никого нет. Всех наших забрали. Но я все-таки кое-что достал. Ну, а Антона Зинюка был? Тоже забрали. Зинюка, такого человека, 10 лет держался. На каком посту? Чистку прошел, от процесса выкрутился. И до меня доберутся. Не сегодня, завтра доберутся. Я сам еле ноги унес. Армия идет на маневры, кругом посты.
С трудом пробрался. А земля под ногами горит. Уходить мне надо. Нет, ты останешься. Ты нам здесь нужен. Работай на них. Заслуживай доверия. Тянись вверх. Помни, чем ты выше, тем лучше. А уходить мне надо. Да не уходить, а спасаться. Как? Ты пойдешь и меня предашь. Предать? Я уйду сегодня ночью. А ты в 6 утра пойдешь на заставу и скажешь, что видел человека в лесу. Пусть ищут. Следы мои найдут, а я к этому времени буду уже там. Понял? При такой игре я ничем не рискую. А ты выкрутишься. Верно. Я так и сделаю. Кто там? Это я. Сейчас. Выставь людей на посты, а сам иди на малинник, к бывшим хуторам. Ладно. К бывшим хуторам. Нет, я его не выдам. Я его убью. И дело с концом, и опять мне доверие. Пойдешь малинником, оврагами, мимо бывших хуторов. Самое глухое место. А мне председатель в город посылает. Ну, с Богом. Прощай. Игнат. Не знаю. Пускай собаку. Есть.
Михаил Антонович приходил, тебя спрашивал. Беда, Пашенька. Да что случилось? Игнаты везде ищут, найти не могут. Постой, Пашенька! Постой, Паша! Идем в деревню. Зачем? Нужно. А что, случилось что? Да нет, ничего не случилось. Идем. Пойдем. Не пойду. Почему? Не могу. Нельзя мне уходить отсюда. Ждешь? Диверсанта ждешь? Паша, прости. Паша, я виноват. Они запутали меня. Я дал расписку. Пашенька, я старался, работал. Хотел исправить. Пашенька, ведь я же был другом твоего отца. Поверь мне, прости. Пашенька, ведь я же... Я люблю... Люблю тебя, Пашенька. Что? Чья взяла? Ты думала, Игнат свой человек? Нет, у меня вера другая. Я своему Богу молюсь. И я тебе верила как отцу. Предатель. Предатель. Верила как отцу. Я твоего отца и выдал. Ты? Ох, ненавижу вас всех. Но больше всего тебя ненавижу. Что, Игнат, тебе плохо? С Боровым хотел спутаться, так не будет же это. А я так верила ему. Он старался. Был первым. Прикидывался другом. Друг. Да, Пашенька, дружба — великая вещь. Но ты забыла, что нас окружают не только друзья, но и враги. А враг гораздо хитрее и умнее, чем мы привыкли его считать. И вот если ты поверишь раскаянию врага,
и по дружбе простишь ему, он все равно о себе напомнит. Где он сможет, он будет стрелять, жечь. Где нужно, он зальется слезами, а ты ему не верь. Он будет каяться, не верь. У большевика не может быть ватное сердце. Добей врага, иначе он сам тебя убьет. Все это я поняла, но поздно. Вот ты слепо верила Игнату. Убийца твоего отца, предателю Родины. И ты сама чуть не погибла. А погибнуть нельзя. Еще столько хорошего впереди.